здравствуйте. У нас проходит акция «Добробинская улица». Возьмите, пожалуйста. Вечером 15 сентября волонтеры Центра «Семья» раздавали жителям города листовки с призывом к участию в благотворительной акции, которая стартует в нашем городе на следующей неделе. Мы сегодня раздаем флаеры жителям Заречного, чтобы они узнали, что в городе происходит благотворительная акция «Добро без границ». Каждый может сделать доброе дело и помочь тем, кому трудно. В Заречном около 200 семей, нуждающихся в помощи. Цель данного мероприятия – это оказать адресную помощь тем зареченским семьям, которые оказались в трудной ситуации. И приоритет мы делаем именно семьям, которые имеют несовершеннолетних детей. В качестве помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, принимаются одежда, игрушки, канцтовары, книги и сельскохозяйственная продукция. Принять участие в акции может любой желающий. Я думаю, это наша гражданская позиция, которая должна быть у каждого человека, помогать тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Вещи принимаются до 23 сентября в комплексном центре социального обслуживания населения, расположенном по адресу Маховая, 46, с 9 до 18 часов. Более подробную информацию об акции можно узнать по телефонам 65 15 27 и 65 27 01. Анна Сазонова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».